Нейм! Я тэквондо занимался чуть-чуть. Сын! Я что-то кипало там тэквондо. Ага, вот не знаю, с каким счетом сегодня выигрывать. 3-0 или 3-1, а может 4-0 получится. Но если 4-0, то это я уже четвертый забью, получается. Пацаны, нам самим себе доказать, что неделю назад это было, скажем так, недоразумением. Можно сказать так, что мы можем по-другому играть в футбол, ребят. Я в этом уверен, я это знаю, но мы должны это доказывать, пацаны, на поле. Так называемый ЦАП между линиями, это у нас Саня Заикин начинает, слева у нас начинает Острый, Барыш справа и Ром Павличенко нападающий. Не, медийный, брат, подожди. Пока нет еще. Подожди. Да, а ты знаешь, где он снимался? Где? Как все, это? Нет, так сегодня еду только. А? Еду только. Только едешь? Короче, это как... Пока не рассекречивает. Короче, ее. Открываешь... Бля, как это смотрят? Кинопоиск, Заикин, Александр. И там пиздец, как я через себя, там это, где-то не он. Это не он. Там, где через себя, это не он. А? Блядь, убойный футбол. Вариант это вырезать все равно. Чего? Просто чтобы он обломался, да? Хуйню несет вечно. Бля, хочешь чуть-чуть его расстроить? Давай. Я-то хуйню несу. Бля, у меня брат просто не могу. Fight Night BBG – это заключительный матч тура. Парни, давайте, как я говорю, что, пацаны, с первых минут выходим разрывать, пацаны. Нас не на 100%, на 150% вышли заряжены на игру, пацаны. Давайте. Давай, без лишних слов, пацаны. Fight Night! Yeah! Yeah! Давай, удачи, мужики! Ну развеять. Поехали, игра начинается. И отсюда можно бить, и удар, и гол. И гол забивает «Бей-беги». Это Севастьяна с передачи Пуха Апоку. Честно, пропустил момент. Давай, агрессивно там, Тимаха. Аба, удар. И добивание, гол. Сравнивает Fight Night. А я когда-то, давай тоже, блядь. Хоть один раз, блядь, повезло, блядь, за три сезона, блядь. За их зверь, блядь. Да. Обычно нам дали сами. Какашечки, да, ебать? Да. Давайте так же работаем. Боря, он хочет попасть в футбольную команду медиалиги. Напишите ему кто-нибудь. Кто будет смотреть, да, если кто-то будет. Парни, перестали вы подбор! Парни, подбор выигрываем! Аба! Это не удар, это скидка! Удар! Гол! Fight Night! Бля, я опять сел, опять гол, брат. Я ему сказал, сейчас гол будет. Да, он мне сказал. Бля, чую. У них со стандартами беда, брат. Конкретная беда. С кем? Заика заряженный. Видишь, какой? Что опять? Да они все голы смотрят. Там даже если фол был, то в нашу пользу. Бороться, Ос! Хорош! Упусти. Сейчас момент, шанс, удар, гол! Пожалуйста, 2-2. А уж не Пухов ли забил? Мы пошли атаковать. Сзади где-то остается нахуй, 3 человека. 3 в 3. А, серьезно? Да. 3 в 3. Петр Кусев падает, 5 в воротах! 3-2! 3-2, и как же так получается, что любой-то опять Заика забивает? Во-первых, хороший первый тайм, парни, мы явно сильнее.
надо реализовывать то, что создаем, и проблем вообще не будет во втором тайме. Есть риск нарваться на быструю атаку, и мы прям нарываемся на них. У них там быстрые свободные зоны бегут. Во-первых, Мура, контролирующий, у вас всегда был плюс один в обороне. 2 в 2, 3 в 3, это не остаются так. Хорошо? Вы там часто идет атака, у них не успевает, у вас там 3 в 3, 2 в 2. Любая там передача за спину 1 в 1, она опасная. Хорошо, Мур? Симаха, вы это контролируете. Мура, красный, забить надо, забей, ворота бей. Вот подкат, так подпрыгивает, Шулин наступил, думаю, по неосторожности. Батя и Аба могут подержать здесь. Бежать, Аба, бежать, смотри, Павлюк, смотри, Павлюк. Это называется все уже, глаз замылился, подача, удар, 4-2, 4-2, Fight Nights. Вот она передача, и Fight Nights убегают, Эль Матадор отдал удар, и гол! Сука, да. Fight Nights все не терпели, когда нужно было, и атаковали разящими контратаками, когда это нужно было. Пошел он нахуй. Забей на него хлеб, правда. Не стоит он того, не стоит он. Вот это, знаешь, мы выиграли и все. Не, не стоит это трогать. Я его рот выебу. Я его рот выебу, я тебе сказал. Слышите, пожалуйста. И так пиздишь, слышишь, Шайна, блядь. Ты гонишь, блядь, ты свой язык слышишь, блядь. Обосрешь. Дурачок, да хуй, выходишь, блядь. Не надо. Я тебе, бля, буду, я тебе говорю. Все, хорош. Что-то нам просился, нахуй, умолял. Слышь, терпилок, так и будешь, блядь, хавать. Оу, останови. О, блядь, ты слышал, что мне говорит? Сейчас пойдем туда, и что он сказал? Он хавает, блядь. Что он сказал? Так, давайте сюда. Это не прощается. Что он сказал? Хуило, попробуй встань, блядь, чертило, уебок, блядь. Сейчас нам получаем. А так ты бы его разъебал, брат. Я его выебал. Вот, я тебе говорю, что он мне говорил. Что как мне его оставить сейчас? Что? Ама, раздевайся. Уилла, бля, попробуй встанешь, я тебе еще раз уебу, бля. Пойдем. Сейчас закончите. Сейчас все, вот тогда поговорим, хорошо, брат? Блядь, ты мне поначалу. Давайте, парни. Ребята, Fight Nights. Давайте, все, дружочек, встанем. Давай, нахуй эмоции. Так, ребят, оставьте уже, и так время много прошло. Давайте оставим эмоции. Мы все тут большие молодцы. Во-первых, поаплодируем друг другу, нет? Да, браво! Во-первых, спасибо огромное, то, что мы говорили, то, что недельная давности игра, это действительно было недоразумение. Мы сегодня были на голову сильнее, по праву победили, и сегодня я опять же увидел... Сегодня двойные! Ура! Ура! Сегодня я увидел ту команду, Оля, которая вышла выигрывать. Не просто так поиграть в футбол, как с броуками, выигрывать и добиваться побед. Парни, давайте, спасибо! Не расслабляемся! Кто не сказал? Потом Павлюк даже тебе говорит, ты вообще, блядь, понимаешь, что ты говоришь, зачем ты его сыграешь? Ты считаешь, ты правильно говоришь? Ты думаешь, я это схаваю? Да я хуй его знаю просто, я не понимаю, зачем я футбол играю, зачем я это спускаю. Ну, Матадор ударил, что случилось, что у Шули, куда он попал? Ну, уебал ему нос, вопросы есть, поэтому... Мне просто непонятно, почему, зачем мы футбол играем. Кричат ноги, ругаются многие, а лицо нахуя давай. Ну, хочешь в лицо, да, скажи, дядь, поехали в зал, в ринг, нахуй, выйдем, блядь, разберемся. Ну, что тут из себя строить? Он понимает, что за ним команда стоит, а ведется, ну, блядь, смешно, нахуй, то есть, ну, блядь. Уил пацана мелкого, нахуй, начал его, блядь, газовать. Ну, бред, ебаный просто, вот и все. Я говорю, я, блядь, с первого сезона здесь, блядь, как бы я кого не хуесосил, чтобы я не делал, как бы я не ругался, когда в жизни я руку ни на кого не поднял. А тут, нахуй, ну, блядь, какая-то борзянка, вера в себя, блядь. Не знаю, может, блядь, название на него так влияет, нахуй, не знаю. Из раздевалок у вас сейчас слышно заявление, что вы будете вызывать милицию. Это уже вызвали? То есть это будет заявление? Ну, это уже на усмотрение Шули. Это все. Как вообще относится к происходящему, там, Сибскана, Гитлера, в том числе? Тоже бред ебаный, считаю. Ну, типа, блядь, хочешь что-то выяснить, иди в ринг. Я так понял, Толику там деньги некуда девать. Толя здесь мешком будет.
давайте не будем сейчас наше общение. Вот. Ну что сейчас, Рот, победа, правильно? Мы практически кто. А с деньгами точно разберемся, правильно? Конечно, конечно. Да. Брат, я... Ваш по номеру отправь мне, по номеру мне отправь, брат, 600. 600. Кам, брат, ты же знаешь, просто на Сбербанк мне набери, брат. 600.